Здравствуйте. Сегодня 26 января. Что, середина зимовки уже прошла. В принципе, все удачно. Все семьи живы. Слава Богу. Не знаю даже, что сказать. Хотел, наверное, сказать, что в лежаках, в деревяшках семьи посильнее. Давайте вот сейчас сюда заглянем. То есть, в принципе, семья сидит. Два лежачка здесь. О, возбудились, я им канди положил. Они вон на канди напали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот такая пчела сейчас. 26 января. Самое интересное, сидели в клубе вот здесь. Вот и сидел такой клуб плотный. Сейчас положил канди. Ну, в гнезде сухо. В принципе, в гнезде сухо. Вот такая, такие дела здесь. Вот. Ну и давайте какой-нибудь лысоневский посмотрим, что меня больше всего, конечно, поразило в лысоневском. Что семьи послабже. Ну, не знаю, какую глянуть-то. Давайте эту крайнюю, что ли. Здесь посмотрим. По вентиляции, кстати, вот такая вентиляция. Одно окошко открыто. И здесь загнуто. В принципе, гнездо сухое. Вот. Смотри-ка, и здесь они напали, а? И здесь они напали, но гнездо сухое. Подмор есть. Я не знаю, может даже донни поменять. Да нет, не буду донни менять. Вот. В принципе, давайте откроем. Уж ладно. Вот такая, не знаю, средненькая семеечка. Все, закрываю вас. Вот, влажности в гнезде нету. В принципе, все хорошо. Сегодня звонил начинающий пчеловод слуги. У него почему-то в лысоне вот одна-то. Ой, вот ты на снег, все равно ты мрешь, давай я тебя укуси хоть меня. Звонил, у него одна семья погибла, и семья хорошая погибла. Говорит, очень много влажности. Хотя делал, не знаю, точно так же, как и я. Так, ну ладно, я закрываю все. В принципе, вот такой небольшой обзор получился в середине зимовки. Так что пока зимуем. Ну и всем хорошо дозимовать. Чтобы у всех все вышли, пчелки, из зимы. Ну и чтобы год был, наверное, удачный. Вот она меня укусила. Ну, все, наверное. Кормов, я считаю, что много. Очень. Ну, как еще, думаю, что зимовки на две хватит. Вот, кормов у них много. Так что ждем до весны, наверное, больше. Спасибо, кому было интересно. Угу. И до свидания.